Значит, по острову размещены подсказки. Подсказки. В бутылках пластиковых. Они закреплены где-то на столбике, где-то на ветках. Значит, бутылки, сама конкретно подсказка. Под номером, допустим, часть первая. Такая-то подсказка, часть вторая, такая-то подсказка. Всего подсказок 10. Всего подсказок 10. Но есть и подсказки обманка. Все верно, да. Где они находятся, мы не знаем. Но задача какая? Найти все 10 подсказок и, ориентируясь на их номер, составить кодовое слово. Допустим, первая подсказка 10 шагов направо, вторая подсказка копай, третья подсказка доставай. То есть вы сложили все это по порядочку.